Послухайте нам, прийшли до нас і запитали, законопроекти були? Були. В комітеті розглядались? Не розглядались. А того, що вам люди, нічого не змінить. Зараз прийдемо і будемо виявити. А тепер слухайте що, Валор, дякую. Я хочу сказати, то на що я общався з представителями фракції. Они сказали, вопрос не просто горячий. Вопрос, который надо действительно как можно быстрее ускорить. Хочу ответить. Знаете так, есть понятие депутатский контроль. Я, это не мой профильный комитет, я занимаюсь антикоррупционным комитетом, там тоже хватает вот столько работы. Я беру на себя обязательства, Володя меня поддерживает. Мы вместе берем на себя обязательства по контролю за этим вопросом. Раз. Два. Послушайте меня, пожалуйста. Я понимаю. Я вас понимаю. Скажите, вы хотите, чтобы я вам соврал или правду говорил? Правда только одна. Правда только одна. Еще раз говорю, закон принять сейчас невозможно. Я понимаю. Хотите, я хочу посмотреть на одного. Человек кричит, строим баррикаду. Нет проблем. Я почти уверен, что когда вы будете прыгать на милицию, вас в передних рядах не будет. Я очень хорошо знаю, как это происходит. Кто громче всех кричит, сейчас выйдет сюда рыбалка и Винзерский. Я за это устаю. Пару дней назад мы были, нам собирал Нацбанк круглый стол со всеми банками, со всем, и убеждали нас, что никакие законы нам не нужны, что они подпишут с нами какой-то липовый меморандум, который никого никого не обязывает. На данный момент, вот смотрите, сейчас я просто вам говорю, что на данный момент... Я сейчас вложу микрофон и ухожу дальше. Мы хотите с рыбалкой дальше. Я хочу либо диалог на равных, либо вы видите во мне врата. Хорошо. Я вам просто объясняю, что происходило всю прошлую неделю. Всю прошлую неделю нам делали крупные столы. Нас даже Писарев закрыл с банкирами в одной комнате и сказал, что мы туда не выйдем, пока мы не договорились. Это заместитель Гнатова. Создали рабочую группу. Даже, ну, если учесть, что мы 9 месяцев ходим и пишем законы во всех рабочих группах, при комитетах, при Нацбанках, при всем, чем хочешь, уже заемщики стали всем на свете. Уже и пишем законы, и скоро принимать с вами начнем. Просто комитеты реально, они когда мы ворвались в комитет, они с нами сели и сказали, что они, конечно, за. Банкиры сами сидели несколько комитетов. Все, давай так, зараз ідемо в середину Верховну Раду. Подожди, що прийдуть сюди хтось. Подожди, пожалуйста, ми ждемо поэтому. Я хочу понять, кто бьет кому. Послушайте, я скажу так. Я базируюсь на той информации, которую мне дали вы, и я получил в Верховной Раде. Я хочу понять, кто кому врет. Так, давайте, послухайте мене! Ви можете мене послухати? Давайте так. Ви бачите тут на сцені двох чоловік, які за вами кожною клітиною готові вас підтримувати всьому. Ви думаєте, там легко? Там не легко, там є обман. Там тобі говорять, так не є, там тобі не дають слово. Але ми вийшли сюди і стоїмо з вами, щоб вирішити те питання, щоб чим поближче до вирішення. Повірте, якщо ви були таких, як ми, там би чоловік 300, ми б навіть не розглядали, ми б підняли і запустили механізм. Тільки ви маєте зрозуміти, не дивіться на нас, як от на нас особисто, як на людей, які вам щось не хочуть зробити. Зараз чекаємо людину, розбираємося, хто нас обманув, йдемо в Верховну Раду України, піднімаємо питання, йдемо до голови Верховної Ради і розглядаємо, хто винен, чи це регламентний комітет не подав на порядок денний, і дивимося. Я ще можу щось сказати. Зараз нам йде обговорення бюджету. Дуже цікавий бюджет. Відкриваємо бюджет і дивимося. Деньги записані в бюджеті на содержання. Практически всех судов, всех районов Донецка и Донецкой области. Луганска, Луганской области. Я хочу спросить, кто тебе писал этот бюджет? Он вообще хотя бы понимает, что в Украине происходит?
Так вот, я хочу объяснить. Вот поэтому я не голосую за этот бюджет. Потому что его надо изучать и смотреть. Поэтому я выхожу с вам. Вот, идите сюда, пожалуйста. Можно вас на секундочку? Это вы? Я хочу вас спросить, вот сейчас при людях. Скажите, пожалуйста. Было ли вчера рассмотрение на комитетах четырех законов, которые подал Мельничук? Не было вчера комитета. А вы знали об этих законах? Вы их читали, когда вам эти законы передали? Вы всем комитетам сказали, что вы их подпишете, подадите. Почему вы не подали? Вы сказали, что вы поддержите этих людей. Мы поддержали. Я вам покажу конкретные законопроекты, которые... Послушайте. Вы хотите услышать? Вот они, конкретно, уже подписаны, зарегистрированы. Вот только что, я так понимаю, коллега поддержит меня. Есть обращение от народных депутатов. Послушайте меня! Вот есть конкретное обращение на голову Верховной Рады. Подписано уже первыми народными депутатами, Дзензерский ДД. Вот я понимаю, мой коллега, наверное, поддержит, потому что эти законопроекты нужно рассматривать на этой неделе и по процедуре. Мы их можем внести в зал напрямую. И мы хотим нас подписать. Вот вы правильно вас понимаете. Мы их можем напрямую. Вот смотрите, теперь народные депутаты их уже подписали. И я рекомендую всем остальным сделать то же самое. Минуточку, а теперь я вам скажу, секунду. А вот это тоже неправда. Банковский комитет дурит. А вот сейчас я вам скажу правду. Секундочку. Значит, пока этот комитет не рассмотрит, пока не пройдут эти законопроекты через комитет, просите. Правильно! Вот. Поэтому послушайте внимательно меня, пожалуйста. Я не хочу от вас отмазаться. Я буду к вам. Пожалуйста. Я прошу у вас минуту тишины. Одну минуту, 60 секунд. Когда нужно принять законы, принимаются пачками эти законы. Не знаю, ну елки-палки. Ну, Петр Владимирович, не первый день. Скажи мне, пожалуйста, я секундочку, вот перед нами человек. Вот пусть он... Рекомендации комитета носят условность. Это рекомендации. Я толкну. Я сейчас так толкну, блин. Я не голосую. Значит, смотрите, врать вам никто не будет. Закон есть регламент, согласно которому надо проходить. Послушайте внимательно. Я вас хочу, чтобы вы просто поняли. Раньше февраля месяца... Вот не слушайте это. Вот я пойду и делаю. Кто хочет, тот подпишет, идет на голосование. Посмотрите на голосование, и все. Хватит врать, хватит обманывать народ. Надо делать, Вы не пиаритесь, блядь. Мы сейчас приказы сделаем. Вы не сидите и рассказываете. Послушайте, я никогда в жизни не обещал то, что не делал. Кто-то обещает и не делает, а я сначала думаю, прежде чем пообещать. Я вам скажу, если это удастся протянуть, я первый поаплодирую и проголосую, чтобы уже все перестали. Я проголосую за это. Но, еще раз вам говорю, давайте смотреть реальность. Вы хотите услышать то, что вы хотите, или правду? Примите для себя это решение. Правду? Тогда смотрите, я даю слово, что я и Володя Поросюк проконтролируем, чтобы сразу на первой сессии, в первых числах февраля, были рассмотрены.